Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, в предыдущем эпизоде мы вроде нашли фосил, да? Ну, в принципе, нужно будет его прокачать. Сейчас, наверное, даже его начнем прокачивать. Только я вот сейчас немножко все вот это поскладываю в сундуки. Так, это можно вот сюда. Хотя сейчас, сколько уже экспешейров вот этих. Вот так, вот так, вот так. Сюда вот это. И вот так. Сейчас немножко почистим инвентарь, поскладываем все в сундуки. Так, ух, точно, нужно ультраболы сделать, ребята. Я как-то даже забыл. Сейчас или фиг его знает. Фиг, так. Давайте возьмем вот так. Это сюда. Ресурсы. Так, да, вот сюда. Отлично. Ух, я даже не знаю. А, где у нас. Сейчас я вспомню. А, вот где-то, наверное, вот тут. Или в печках. Ну тут тоже есть. О, давайте вот. Ух ты, сколько у нас алмазных мечей. Ух, мечей. Топоров, да. Ух, каких нахрен топоров? Молотков. Кафует, ладно. Так что можем мы сейчас. Я не знаю, что там у нас плавится. Ну, в принципе, да. Да. А приконы переплавлялись там. Давайте еще вот это соберем. Наверное, в этой серии мы себе только сделаем, может, наверное, будем делать себе ультраболы, так как, в принципе, получится и такое, как бы, нормальное количество, да, и плюс к тому, нужно ультраболы, так как, все, у нас уже нет покеболов, вот сейчас вот эти покемоны, которые у нас есть, как бы, только их, да, можно прокачивать, остальные, как бы, ну, не сможем словить, да, нету покеболов. Ультраболов. Да. Сейчас мы пойдем. Можно сделать нормальное уже, в принципе, количество. Сейчас мы поставим вот так и вот так. Сейчас, ребята. Мы уже себе можем сделать сейчас. Ну, вот так. 18 ультраболов. Так, давайте уже, в принципе, сделаем себе. Так. Вот, хотя бы вот эти сделаем. Железо, ну, чтобы сделать нижние части. Не знаю. Сейчас мы вот эти сделаем. Ух, получится, думаю, нормально так ультрабол. Хотя, не знаю, честно, сколько там получится. Может, меньше, чем в предыдущий раз, может, больше. Но если пособирать еще приконы, да, то, конечно, больше. Ну, чем чаще собирать, тем больше будет у тебя покеболов. В принципе, сейчас мы уже себе сможем сделать 18, да? Так, собираем. Вот так. Это мы берем. И давайте еще сделаем вот это. Частицы, как бы, ультраболов, да. Так. Там уже жарится потихоньку тоже. Ох, вот что-то я по поводу легендарных покемонов, что-то не знаю, что с этим делать. Они или спавнятся, или не знаю, я вообще не знаю, вот эти... Вот те три птицы спавнятся ли? Так как вот сейчас через орбы, через алтари или... не через орбы, или как оно там называется, вот это делается. Но суть в том, что вроде еще там данжи вот тех нету, через которых их находить, там вот то, все, как бы... Я толком о том не знаю, но как бы вот вроде того еще нету, как я знаю. Хотя фиг его знает. Так, сколько мы еще тут сможем сделать? Еще 6 давайте.
сделаем себе нормально так ультраболов, чтобы было кого ловить. Ребята, ребята, я, наверное, уже начинаю всех покемонов ловить. Как бы... всех покемонов будем ловить и потом их прокачивать, да? Чтобы тоже потом как бы словить всех покемонов, которые существуют в данный момент в этом моде, да? Наверное, мы так и сделаем. Так, давайте сделаем себе сейчас кнопочки, и уже себе мы сможем сделать 24 ультрабола, ребята. В принципе, давайте уже себе сделаем. Вот так вот. Отлично. Это пока что вот пускай тут еще жарится. Ух, это ты как вылезла сюда? Так, давай. Нет. Не, ну, в принципе, да, давайте все пожарим. Так, ребята, давайте мы поставим... Вот этого уже можно поставить в компьютер, так как он уже прокачанный. И возьмем мы, кого можно прокачать. Давайте прокачаем и Шайни Спирова. Да. Вот так вот. А пойдем мы, ребята... Давайте все-таки, наверное, мы пойдем... Ух, сейчас... пустыню. Ребята, нужно, наверное, идти в пустыню, так как, в принципе, тут легендарный покемон может заспавниться, а вот в данный момент только его нам не хватает. Ну, как, не только его нам не хватает, еще как бы, трех, да, птиц. Но то, что они или спавнятся, или не знаю, или нет, я не знаю, если честно. Поэтому давайте сейчас прокачаем вот этих покемонов, которые как бы сейчас есть у нас, да. Давайте пойдем куда-то сюда. Так, тут у нас никого не вижу. О, давайте действительно пойдем на остров, или давайте сначала в воду. И где? Вот, вот сюда. Тут, ребята, всегда, как бы, я думаю, нормально прокачиваться. Хотя, не знаю... О, покемон босс. Покемон босс. Сейчас бы хотя бы на него, если бы попасть. Так. Че, он уже пропал? Да ну нафиг. Нет, он просто... Он просто в шахте. Я думаю, вот тут, да? Так, ну, давайте спустимся. Вот, может, он тут будет. Просто он как-то вот так тут закручено. О, нет, да, вот он, вот. Ух, нужно было, наверное, все-таки покемонов вылечить. Так. Ух, да нет. А, я там вижу еще один покемон-босс. Но сейчас. Так, тут у нас есть что-то. Покемон босс вот там. Идем. Уже мы идем. Не, а, он уже пропал, твою мать. Ладно. Просто ищем мы фосил, хотя бы пытаемся найти его. Вдруг. Так, ну тут нету. А там. Ух ты ж. Вот сюда. Отлично. А да, сколько тут этого фосила? Ух, гравия, точнее. Нет, тут тоже, я так думаю, нету. Ладно, пойдем мы вот. Вот, не сюда. Не сюда. Сейчас. Как-то пророемся. А тут у нас есть что-то. Тут тоже ничего нету. Идем мы вот сюда. Так, уже ночь капут. Ночью. Вот этих можно поубивать. Отлично. Ты нет. Вот тебя можно. А. Он в бою. Ладно.
О, еще один. Ну, давайте, в принципе, тебя тоже можно. Так, Лапрос. Спиро уже качается потихоньку. А, они тоже в бою, да чё вы? А, все, давайте идем домой, ребята. Наверное, все-таки поспим, чтобы день был. Так. Так, Спиро уже 17-й или какой? Да. Нормально. Так, ребята, с ультраболы есть пока что, ну как бы. И вот так. Отлично. А, может в лес какой-то пойти. Бульбасавра найти, например. Или Иви нету. Ладно. Куда бы пойти? Давайте. Да, чё ты? Давайте сюда. Тут тоже никого. Ну, как бы есть, да? Но давайте сейчас. В принципе, давайте опять на остров пойдем. Или вот сюда, например. Нет, тут тоже никого. Ну, давайте на остров. Тут немножко покачаемся. Ух, сколько тут сквиртлов. На этом острове всегда куча их. Крабби, крабби, крабби. Хотя бы попытаемся его словить. Словился, нет? Вроде... Да, так, можно уже еще одного прокачивать. Так, тут еще кого можно? Вот тебя можно. О, Спира уже эволюционирует. Отлично. Шайни. Ну? Фиру. Отлично. Фу, так, можно идти домой уже, как бы, брать другого покемона для прокачки уже. И в принципе, это Шайни или это... Или меня просто немножко... Или это все-таки обычный покемон босс? Нет, вроде обычный покемон босс. Или Шайни. Похоже... А у меня лопаты нету, твою мать. Ух ты ж. Давай, 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 давай. Это... А, он уже пропал. Или нет? Или да. Да, он уже, наверное, пропал. Это Шайни был. Просто в воде как-то не очень раз... Да, это Шайни был, 100%. Я думал... Просто неразборчиво немножко было, какая там, ну, какого цвета, да? Но это Шайни был. Ну, в земле он был, поэтому я не знаю, кто там мог быть. Ну, знаю, как бы, но, наверное, фиг его знает, ладно. Так, тут у нас... Ух. Вот так вот.
Отлично. Вот так вот. И вот так вот. Не знаю, словятся ли они вообще. Ух ты, куча гравия, ребята, куча. А, словили мясорубка, а, отлично. И словили Меарн, ребята. Уже есть покемон для эволюции, как бы уже и можно кого-то эволюционировать, как бы уже есть, да, кого эволюционировать. Так, тут у нас, в принципе, есть гравий. Давайте проверим. Гравий есть. Тут у нас, а, я думал, там есть какой-то спуск. Там тоже есть гравий, но туда я лезть не буду. Нет, там вроде ничего нету. Поэтому, ребята, да, о, давайте мы еще в джунгли пойдем на секунду. Каких покемонов у нас нету? Давайте попытаемся словить вот этого. Ух, если бы так... Вот. А, кого еще можно словить? Кого еще, кого еще, кого еще, кого еще? Арбока нет. Нет, мы словили майманки. Ладно. А, давайте сюда. Ух, там у нас покемон босс. Только интересно, где он? Че, уже пропал? Нет, не пропал. Значит, под землей. Да, он еще там. Поэтому давайте, в принципе, попытаемся хотя бы его найти. Нет, он уже... Нет, он еще там. Вот ты. Вот ты. Тут иди сюда. Так, и вот так. Отлично. Так. Сколько еще уровней Драгонейл осталось? Еще 2 уровня. Нужно уже бы его прокачать. Ну, нормально. Сколько мы вообще покемонов словили? Сейчас пойдем и посчитаем. Словили мы... 1, 2, 3. Чё, только 3 словили? Ну да, в принципе, 3 новых покемона. Фу, так, давайте... Уф, там еще один покемон босс. Нет, он летающий. Так, давайте мы поставим в компьютер вот тебя и возьмем на прокачку вот этого шайни. Чё-то я как-то забыл, что у нас еще вот этот есть. Вот он. Итак, ребята, давайте все-таки на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Ну, в принципе, словили мы 3 новых покемонов. Это нормально. Так, сейчас, секундочку. Там еще покемон босс. Вот он. Так, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Ка.